На вокзальной улице сгорел дом. ЧП произошло 1 февраля примерно в 4 часа дня. По словам очевидцев, раньше здесь проживала семья, но когда жилище обветшало, люди переехали, а дом закрыли. В помещении обосновались лица без определенного места жительства. Периодически хозяева дома выгоняли их, но трагедии избежать не удалось. Жилое здание сгорело полностью. На пожаре никто не пострадал.